Ну, приступим к сбору указателя. На помощь при работе с сущностями будет важно использовать вот этот файл. Вот этот, Romain1.2 с тегами. Вот этот нам нужен. Я его открыл, и мы к нему будем время от времени обращаться. Итак, вот наш файл. Вот наш главный файл для работы. Все начинается с того, что мы загружаем таблицу. Первый у нас вот этот идет. Тут у нас с вами все настроено. Мы уже здесь поставили, что у нас фамилия. Важно, здесь поставить вот этот регистр, флажок с учетом регистра. Иначе будет сложно потом исправлять. Можно, но это затратно по времени. Я весь файл обрабатывать не буду, это больше 5 часов, поэтому мы обработаем только некоторые слова. Я выделяю слово, вот это слово и хочу его обработать. Говорю, подготовить задание на работу с текстом. И вот эта радиокнопка говорит, что нужно будет прибавить, что нужно добавить новые записи к имеющимся. Вот мы перешли в наш текст, ставим курсор в текст и говорим «обработать». Вот когда много терминов, тут будет, есть прогресс-бар будет работать. А здесь, когда только один термин, эта линия стоит, окрашена будет только в конце. Но он дойдет до конца. Вот видите, красный, черный, вот здесь перекрашивается буква. И вот здесь тоже. По умолчанию этот цвет красный, этого назначения, поэтому можно видеть, что... что-то делается, выполняется. Но вообще здесь сбоев не бывает на этой операции. Она дойдет до конца. Это гарантированно. Мы не знаем априори, сколько здесь терминов. Поэтому здесь нельзя сделать какой-то еще промежуточный прогресс-бар. Надо просто ждать, когда закончится. А этот термин как раз такой мощный. Тут в нем много. И много раз он появляется. Поиск идет от конца к началу. Есть такая особенность в работе с этими текстами, что для надежной работы надо идти по тексту от конца к началу. Вот, за 6 минут 400 записей найдено. Вот добавлено, вот добавлено. Теперь важно, когда перейти в этот файл с терминами, нажать эту кнопочку. Этот термин покрасился. То есть то, что найдено, покрасилось. Если снова попадет в обработку, оно обрабатываться не будет. Итак, это сделали. Теперь давайте еще слово «бали», потому что у нас там в терминах слово «бали» или «бали», не знаю. Давайте покажу, что оно найдено один раз, больше не находится. Вот оно, «бали». Это можно пока свернуть. Тоже с учетом регистра. Подготовить. Курсор в текст. Обработать. Должно быстро найтись. Вот, 19 раз встретилось. Обработано. Теперь более интересный случай. Давайте свернем. Вот есть слова. Давайте идем сюда. Забыл. Ставим флажок. Слово обработано. Теперь давайте вот на эти слова посмотрим. Пхарата 1 и Пхарата 2. Давайте эти слова поищем. В нашем файле, вот в этом. Идея такая, это просто лайфхак. Если слово встречается 1, 2 вот с этими маркерами, надо найти тот случай, когда оно встречается мало. И этот случай пометить своим символьным стилем. А тот случай, когда таких слов много, оставить, не маркируя стилями, то есть не тратя время на стилевую разметку символьным стилем, это ускоряет обработку. Так, Бхарата. Ищем. Бхарата 2. Один раз. Два Бхарата 2. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.
9, 10, 11, 12. Но точно Бхарата 2 мы не будем метить сильным стилем. Давайте попробуем найти Бхарата 1. Один раз, два раза, три, четыре и все. Четыре раза Бхарата 1 нужно отметить, и будет все хорошо. Теперь, как это искать, как это отмечать? Вот мы идем сюда, найти. И вот такая штука. Теперь нужно выделить вот этот текст. Ctrl-copy. Идти в текст наш. Вставляем. В документе, по-другому здесь не ищет. И вот этот Бхарата, его надо отметить сильным стилем. Вот мне уже отмечен Бхарата 1. Отметили. Возвращаемся сюда, в наш текст. Ищем следующий Бхарата 1. Он здесь, рядышком, тоже пометили символьным стилем. Копируем, ищем вот эту строку. Отмечаем вот этот слово символьным стилем. Ищем эту строку. Отмечаем сильным стилем. Бхарата 1. И больше ничего нет. То есть идея такая. Теперь мы разметили эти слова символьными стилями. Идем сюда. Бхарата 1 у нас. Выделяем. Говорим, подготовить задание на работу с текстом. Пришли в наш файл. И прежде чем нажимать «Обработать выбранный текст», мы говорим, что обрабатывать тексты, которые отмечены вот этим символьным стилем, тогда будет найден только эти четыре случая. Вот у нас флажок стоит. Обработать. Ничего не найдено. Интересно. А дело-то вот в чем оказывается. Вот Бхарата 1, Бхарата 2, вот эти подчеркивание единицы, они оказались здесь в шаблоне поиска. И в шаблоне поиска быть не должно. Я их раньше добавлял после того, как это сделано. Вот это сейчас убрать, конечно, искать вот этот. У нас то, что там все расставлено, подготовить. Пришли сюда, ставим курсор в текст. Здесь символьные стили уже стоят. И обработать. Вот покрашено, подкрасилось то, что мы сейчас последний поставили. И вот, если что, только две записи найдены. Непонятно. Давайте еще раз посмотрим. Идем сюда. Бхарата. Бхарата 1, да. А, вот где ошибка-то. Бхарата 1. Я единицу убрал тут. И тут везде надо будет убрать единицу. Но надо было ее убрать вот здесь, прежде чем генерить нужный запрос. Вот здесь у нас есть этот флажок, вот этот скрипт.
можно запускать из этого скрипта. И тогда встаем сюда, первое слово – это фамилия, и вот бхараты, бхарати, вот сейчас все будет работать. Здесь уже можно восстановить эту единицу. С двойкой то же самое. Выделяем первое слово – это фамилия, вот. Здесь возвращаем двойку, она сейчас нам понадобится. Вот, и теперь все будет работать. Это можно свернуть, это уже не нужно. Подготовить. Пришли сюда, ставим курсор в текст. У нас красным цветом покрашены найденные случаи, они уже обработаны не будут. Будет обработано только то, что покрашено черным. Символьный стиль остался. Обработать. Вот обработалось. Вот еще вот два случая обработали. Обработано. Идем сюда, нажимаем этот флажок. Это мы обработали вот эту строку, Бхарата 1. Теперь Бхарата 2 обрабатывать надо. Подготовить. Пришли сюда. Снимаем здесь символьный стиль. Он нам уже не нужен. Бхарата 2 у меня символьного стиля нет. Мы не размечали им. Обработать. А. Выделить и текст. Да. Курсор надо в текст поставить. Вот. Одиннадцать минут и 613 записи готово. Сделано. Вот, кстати, мы сейчас эти термины покрасили цветом, вот этим красным. Вот индекс color, вот с названием того индекс листа, который использовался. И вот видите, есть символьный стиль для поиска терминов, вот таких, как вот мы сейчас обрабатывали. Кстати, надо покрасить, поставить. Есть символьный стиль для маркировки вот таких терминов совпадающих. И есть цвет, который определяет, какой предмет указатель используется. Вот именно поэтому надо этот цвет иметь отдельно. А не в символьных стилях. Потому что два символьных стиля приложить к одному термину проблематично. Давайте еще один сделаем термин, слово «куша», потому что трава есть куша, чтобы показать, что совпадение терминов – это что это управляется, что это контролируется. Вот эти термины «куша 1» и «куша 2». За это время я переписал скрипт, чуть-чуть поправил. Вот этот get for search. Вот и запускаю. И вот здесь теперь уже, если после слова в термине в конце есть подчеркивание и число, то оно в поиск, в grep поиск не включается. То есть сейчас у нас эта фамилия, то, что надо. Если бы искали слово, то, конечно, поиск был бы больше. Нам нужна фамилия. Вот, куша, куша, прописная буква. Так, это мы сделали, это исправили. Теперь, как это найти в тексте? Опять тот же самый поиск. Ищем куша и считаем, какой вариант больше, каких вариантов больше. Вот куша 2. 2, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 раз было куша 2, теперь пошел куша 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Понятно, в общем, куша 2 надо маркировать символьным стилем, а куша 1 искать просто. Начинаем. Как это делать? Найти куша 2. Ну вот если мы сейчас возьмем эту строку, скопируем, идем в нашу верстку. Ctrl-F, вставляем, найти. И ничего не найдено. И ничего не найдено. Дело вот в чем. Дело в том, что вот здесь у нас после V наверняка стоит шпаце. И таких случаев может быть очень много. Поэтому сделан еще один скрипт. Именно для таких случаев. Смотрите, выделяем текст, копируем, потом идем в верстку и ничего не ищем. Есть скрипт. Поиск клипборда. Вот, Find Clipboard. И вот он его нашел. Вот, видите, он его вставил и потом уже убрал.
То есть он здесь был, скрипт все делает, все вставляет, запускает поиск. Этой опции в индизайне в штатном режиме нет, а скриптом сделать можно. Итак, вот это у нас будет символьный стиль Куша 2. Вот Куша 2, он уже стоит. Идем дальше. Вот с этого места будем искать дальше. Он ищет от точки вставки курсора до конца материала. Это мы отметили. Куша 2. Это у нас косвенная адресация. Копируем. Запускаем курсор в тексте, запускаем скрипт. Символ Куша 2 стоит. Идем сюда. Ищем дальше. Копировать. Текст не найден. Это потому, что я пока что не обрабатываю этим скриптом кавычки. Вот с кавычками меня пока что напряг. Поэтому выделяем без кавычек. Ctrl-Copy. Так, давайте вначале вставим на всякий случай. Вот тут все нашлось. Вот не найденные кавычки. Это Куша 2. Копируем, чтобы эту Кушу найти. Нашли. Куша 2 символьный стиль есть. Копируем. Ищем. Стоит. Эти отшельники отмечены. Вот, все, вот теперь пошел Куша 1. Куша 1, Куша 1. Все, у нас все размечено. Мы можем теперь открыть этот скрипт, развернуть заново. Идем сюда. И вторую строку берем, вот эту. Говорим подготовить. И здесь говорим, что мы ищем Куша 2. Вот этот символьный стиль. С учетом регистра обработать. Вот 7 записей найдено. Все хорошо. Теперь мы возвращаемся в наш индекс-лист. Красим эту ячейку красным цветом, что мы ее обработали. Выделяем первую Кушу. Подготовить. Снимаем символьную разметку. Она не нужна. Обработать. Ну да, курсор текста надо поставить. Обработать. Вот 37 записей за одну минуту найдено. И все готово. Ну вот на этом я закончу показ обработки первого предмета указателя. Идею, я думаю, что вы поняли. Давайте приступим к работе со вторым указателем. То есть это мы сворачиваем. Ну да, надо закрыть, потому что там, чтобы цветную разметку сохранить. Я зря закрыл этот скрипт. Ну ладно, неважно. Откроем его заново, запустим. Загрузить таблицу. С учетом регистра надо сразу поставить. Мы сейчас вот эту обрабатываем, флору. Ну, кстати, флору можно обработать и без учета регистра. Вот эти три строки сначала выделим, обработаем. Подготовить задание на работу с текстом. Будем искать без учета регистра. Вот видите, три написано. Сейчас здесь прогресс-бар появится. А сколько есть амалак, мы не знаем, поэтому. Так,
Ну и теперь надо слово push обработать. Мы возвращаемся в этот файл. Нажимаю кнопочку вот эту, чтобы покрасить сделанные файлы. По крайней мере, для себя помнить, что мы сделали, что мы не сделали. Так, вот наша куша. Подготовить. Обработать. Вечная ошибка. Тут прогресс-бар не будет, потому что у нас только один термин. Тут травы много, 24 раза встречается. Готово. Теперь мы давайте, как всегда, как положено, отметим это цветом. И закроем и обработаем третий предметный указатель. Предметы. Загрузить таблицу. Это у нас вот этот файл. Тут то же самое. Давайте здесь только ошибку сделаем такую. Один термин давайте обработаем здесь. Слово «боги». Слово «боги» возьмем и обработаем его, как будто бы у нас с учетом регистра. Чтобы нашли слова только со строчной буквы. А там есть одно слово с прописной буквы. Я потом покажу, как это дело исправить. Именно вот не запуская заново, а только одно слово. Так. Подготовить. Перешли в текст. Курсор ставим в текст. С учетом регистра обработать. Вот. 11 минут. И 668 слов собрано. Ну, на этом мы и с этим третьим закончим. И в следующем видео поговорим уже о работе с размеченными терминами.